поступали предложения, но не ценниковые. Что-то все, бензин, пусть они будут на меня сделать предложение. Если они заинтересованы, пусть дают сумму, пока я хз. Но мне и так здесь хорошо, не хочу никуда не ходить пока что. Я играю, забираю лучшую игроку матча, у меня топ-команда, топ-тренер. Я вообще рад. То есть так же останешься в Басе, да? Если пока не... что так. Ага. Либо пусть делают предложение. Окей. Футбол.